цветы по твоим картинкам. Девочка, разноцветная витаминка. Сегодня я буду любить тебя сильно, пока в моей голове действие витамина. Дай мне крупку. Все снимаешь? Да. Все, погнали. Погнали. Подожди, Айзана, Айзана, что случилось? Они сейчас сдуются. Не сдуются, давай, давай, аккуратненько. Они сейчас расплавятся. Тихо. Тихо. Давайте орём. Три-четыре, да. Этой ночью мы с тобой на Ламборгини. Или, или на Пикадилли. Молодость это когда и стали. Все твои нервы, печени дали. Лето в 30. Скажи, ну чем они теперь стали? Золотая школа, сотни медалек. Или косой запахом моли. Лето в 30. Скажи, ну что они тебе дали? Мы прожигаем молодость на высокой скорости. На высокой скорости, yeah. Мы прожигаем молодость на высокой скорости. На высокой скорости, yeah. О-о-о-о, о-о-о-о. Тебе даст твой диплом, что тебе даст школа. Холла, холла, yeah. Нервы и голод, да. Мудрость, твой лучший гон. Ты подружане. Honey, honey, yeah. Давайте с нами. Молодость это как-то и стали. Все твои нервы. Очень рад большой, не даю, потому что я Ладно. Стой, Павел!
Ну, давай. Кстати, что меня песня тоже есть? Видео. Не спрашивайте, почему я танцую как мальчик. Разбился? Разбился?
Да, ребят, мы наконец-то, точнее, не наконец-то, мы уже достаточно долгое время дома. Моя мама вообще вырубилась, она уже давно спит. Посмотрите, что произошло с моим лицом. Оно просто-навсего сгорело. Я не знаю, почему так. Причем именно вот эта часть, ну, не считая там лба, вот эта вот часть у меня была в этом, в очках. Как бы очки прикрывали вот тут. Сгорели ли именно щечки и нос. Так что я теперь вот такая вот, как панда. Тут белая, тут белая, а тут красная. Вот. В общем, надеюсь, что этот влог был достаточно интересным. Достаточно интересным. Познавательным, конечно, он не был, но я надеюсь, что смогла передать всю ту атмосферу, любовь, которая царит в нашем классе. Я всех этих ребят безумно люблю, ценю. Надеюсь, что так будет всегда. Вот. Так что, если вам понравилось это видео, мне будет очень приятно, если вы поддержите меня пальчиком вверх. И также напишите какой-либо комментарий. Например, какие видео вы хотите видеть. Не знаю. На самом деле, у меня очень много планов, точнее, уже отснятых видео, которые ждут в своей очереди на монтаж. По той причине, что вот это видео сегодня я постараюсь ночью отредактировать, если не ночью, то завтра. Вот, и уже дальше вас ждут крутые видео. Я до сих пор щелкаю семечки дома. Он с ужаснейшим бардак, хочу убраться. 12 часов ночи. Уберусь и со спокойной душой лягу спать. Моя мама говорит, что нельзя ложиться с грязной кухней. Это плохой знак. Так что да, ребят, я вас всех очень сильно люблю. Не думайте, что я про вас забыла. Я всех помню. Просто навалилась куча всего. Поэтому да, я вас всех очень сильно люблю. И надеюсь, что в скором времени мы с тобой увидимся.